Всем привет, дорогие друзья! Недавно возник спор среди моих знакомых о том, нужно ли поддерживать полный бак, особенно в зимний период времени, потому что очень много информации, особенно в интернете, о том, что бак нужно держать полным, для того, чтобы в нем не собирался конденсат. Я сегодня хочу вам объяснить, для того, чтобы вы поняли для себя, насколько это важно или нет. Итак, есть современные автомобили инжекторные, где идет постоянная циркуляция топлива. И, как правило, на них установлены баки горизонтальные, ну и, соответственно, пластиковые. Это сейчас делается практически на всех автомобилях. Там, где бак является горизонтальным, то есть он расположен на днище автомобиля, он плоский, у него нет зависимости от того, сколько вы нальете топлива. Больше, меньше, 5 литров, 10, 20, 30. Площадь у него остается верхняя, горизонтальная, практически одинаковая. Края только немного, чуть больше, чуть меньше. Но это не особо влияет на то, что будет накапливаться в нем влага за счет конденсата. То есть конденсироваться будет в любом случае, даже если у вас топливо будет на 5 литров меньше от полного бака. Но за счет циркуляции постоянной топлива, то есть насос постоянно качает через систему, часть топлива отбирается двигателем, то есть он работает, а часть возвращается обратно в бак, то есть отфильтровывается. За счет этого получается отфильтрация также и водяной этой массы, которая у вас накапливается в баке, и ничего страшного не происходит. Вся эта вода, если туда попала, она останется в вашем фильтре. Вы меняете чаще фильтр, и ничего страшного, все. То есть на современных автомобилях нет необходимости поддерживать постоянно полный бак. А вот то, что касается старых автомобилей, особенно карбюраторных, там где нет циркуляции, топлива постоянное, а только подает насос, качает столько, сколько нужно, и особенно там, где стоят металлические баки, еще и вертикального положения, то есть вот как на Жигулях, многие знают, там старые модели, вот эти от первой до седьмой, и вертикальные баки металлические стояли, там очень важно поддерживать полный бак, потому что в металлическом баке, когда он полупустой, скажем так, получается, что боковые стенки оголенные, они промерзают, воздух туда проходит в любом случае через вентиляционное отверстие в баке, воздух содержит обязательно влагу, влага эта конденсируется на стенках внутри бака, и она стекает, соответственно, вниз, на дно бака. В баке у вас постепенно накапливается вода, и рано или поздно это может привести к тому, что эта вода попадет в трубопроводы ваши, именно подающие, которые бензин у вас идет к двигателю, и где-нибудь замерзнет в мороз, и вы где-нибудь когда-то возьмете и остановитесь по причине того, что у вас замерзла вода именно в этих трубках. Значит, для того, чтобы это исключить, нужно либо периодически сливать конденсат с бака, фильтр, соответственно, как вы понимаете, в любом случае нужно менять часто топливный, ну и для того, чтобы как можно меньше приходилось сливать этот конденсат, просто поддерживать всегда полный бак топлива. Если у вас полный бак топлива, тогда у вас практически негде будет конденсироваться этой влаги, то есть у вас не будет оголенных стенок бака, влага не будет конденсироваться, соответственно, у вас там не будет накапливаться конденсат. Все очень просто. Если кому понравилось, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, не забывайте поставить на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Всем пока!